студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Волна тепла набирает силу в Западной Европе. В Испании до плюс 43, во Франции плюс 37 и даже в Британии выше плюс 30. Аналогичная картина на Урале. А вот жители Польши, Словакии, Литвы и Беларуси не снимают ветровки. Дневная температура не превышает там плюс 15-17. В Восточную Европу пробралась область аномального холода. Не жарко на предстоящей неделе будет и у нас. Плюс 20-24. Таковы прогнозы на ближайшие дни. Утро понедельника в Старомосколе Губкине начнется с плюс 14. Днем воздух прогреется до плюс 22. Дождя не обещают, но облачность не позволит солнцу почувствовать себя королем небосвода. Атмосферное давление 750 миллиметров. За неделю световой день уменьшится на 15 минут.